Уважаемые товарищи, я делаю официальное заявление, касающееся определенной прослойки нашего общества. Неуважаемая прослойка, я сделал свой выбор. Я определился. Вам не удастся затянуть меня в свои коварные сети. Короче, граждане-мошенники, прошу вас, не названивайте мне. В этом нет смысла. Мой кошелек не подключен к номеру моего телефона. Да, кстати, кому интересно, что это за значок, это, когда я учился на спортфаке, значок студенческого спортивного общества «Буревестник» времен СССР.